Вот такие вот кошачьи забавы. Кого-то прям убивают друг друга. Пришла. Тебе не стыдно? Ты что там сеструху убиваешь? Ты жива, да? О, молодец. Одна шерсть только от Зельды. Открой, и она спрятаться хочет. Вот такие вот последствия остались от бедной кошки. Потом устанут и лягут спать. Ну все, подрались, теперь вот вместе. Дружная семейка. А мы думаем, почему он так с ним случилось, потому что вот... Что здесь, Юль, есть? Кошачий минт. Кошачий минт. Он потерся и сошел немножко с ума, видимо.